Возраст, состав семьи, образование и национальность. Несколько десятков вопросов в бланке, но не на бумаге, а в планшете. Перепись населения 2019 в Беларуси впервые проведут в электронном виде. Бобруйские данные соберут традиционно по месту жительства. Для тех, кого не окажется дома, будут работать стационарные участки. При этом информацию о горожанах соберут лишь для статистики. Каждая перепись дает ответ не только на информацию о количестве проживающего населения, но также о социально-демографической ситуации в нашей стране, распределении по регионам республики, занятости, миграции, профессиональном образовании. На 1 января 2018 в Бобруйске зарегистрировано 217 546 жителей. Значит, на каждого переписчика придется примерно 750 человек. Поэтому Управление статистики планирует привлечь дополнительные силы. Так называемыми счетчиками могут стать студенты, рабочие и волонтеры. Главное требование – возраст старше 18 и продвинутый пользователь. Чтобы поучаствовать в важном для страны процессе, желающие могут обратиться в отдел статистики. Добровольцев на период переписи от основной работы освободят сохранением заработной платы. У переписчиков, кстати, могут возникнуть сложности. В прошлых пересчетах населения, которые, к слову, проводятся раз в 10 лет, специалисты столкнулись с проблемой. На некоторых улицах и домах отсутствуют опознавательные знаки. Коммунальники уже определили комплекс мер по ремонту и замене указателей. Что касается многоквартирных жилых домов, это вот, как было сказано, 1149, мы в полном объеме завершим в ближайшее время, учитывая, что этой работой мы занимаемся уже с прошлого года. Что же касается частного сектора, здесь владельцы обязаны обозначить дома своими силами. Мероприятие по обозначению зданий горожанам необходимо завершить до сентября 2018-го. Ведь уже в ноябре регистраторы начнут подготовку к сбору данных. А перепись населения стартует 4 октября 2019 года. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.